В Новгородской области началось обучение и переобучение жителей региона, пострадавших от последствий пандемии. Время подать заявку еще есть. Артем Забралин объяснит, что делать. В Новгородском строительном колледже идет обучение по 15 компетенциям. От туристического дела до укладки плитки. И в каждой мастерской уже кипит работа. Заходим к плотникам, а там в самом разгаре сборка табуретов. Интересно, расскажите. Вот стульчик у нас вот такой, ну этот, как бы разрез, но мы собираем его без саморезов, чисто этот, на шипы позвонит. Для изготовления даже такой простой с виду мебели современному плотнику нужно уметь работать со многими инструментами. И раз уж тут проходит процесс обучения, пробуем свои силы и мы. Как вы оцените мою работу для первого раза? Прекрасно, прекрасно. Освоить новые навыки или усовершенствовать уже имеющиеся могут люди трех категорий, так или иначе пострадавших от пандемии. Это выпускники профтехникумов и колледжей, которым не удалось трудоустроиться, те, кому необходимо повышение квалификации, и те, кто стоит на бирже труда. На сегодняшний день записалось в Новгородский строительный колледж 270 человек. Обучение уже начали 227. С завтрашнего дня мы начинаем одну из последних компетенций – это монтаж и эксплуатация газового оборудования. Строительный колледж также проводит обучение и на федеральном уровне. В режиме онлайн ученики из самых разных регионов осваивают компетенцию обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома. В общей сложности в нашем регионе в программе принимают участие 19 образовательных учреждений, и все они соответствуют стандартам качества. Каждая площадка в каждой профессиональной образовательной организации проходила предквалификационный отбор по стандартам WorldSkills, то есть мировым стандартам по каждой компетенции. То есть везде есть оборудование и площадка, которая позволит современно и качественно получить достойное образование. Курс обучения по всем компетенциям ускоренный, всего 144 часа. Но спешить нужно и на регистрацию. Если вы хотите получить новую профессию или усовершенствовать уже имеющиеся навыки, необходимо подать заявку на сайте WorldSkills Express до 13 ноября. Артем Забралин, Андрей Константинов, новости, Новгородское областное телевидение.